Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Марго Овсянникова задумалась над тем, чтобы покинуть Дом 2. Ей очень хотелось бы показать, как она может и умеет строить любовь, но не дают ей это сделать. Вот только девушка не знает, чем заняться после проекта и просит совета у подписчиков. Катя Зиновьева поделилась с журналом «Дом-2» подробностями своей интимной жизни с Сашей Габозовым. Девушка назвала Габозова лучшим из лучших волшебников. Илья Ебаров и Алена Савкина ждут в гости маму. Они надеются, что женщина сможет помочь помириться Оле и Алене. А Ебаров настаивает на том, чтобы Ольга Рапунцель принесла Алене публичные извинения за оскорбление. Бывший участник Антон Шоки вернулся на проект. В этом месяце Антон занял первое место в голосовании ТНТ Клаб «Второй шанс». Второе место заняла Катя Кауфман. Саша Шева в эфире заявила, что готова к новым отношениям на проекте. В симпатии к девушке признался Андрей Денисов. Парень хочет построить отношения с ней. Также симпатию к Шеве проявил Давид. Однако в итоге она сделала совершенно неожиданный выбор и объявила себя парой с Артемом Сорокой. Интересная новость с сайта Шлок. Роман Капаклы издевается над Мариной Африкантовой. Девушка под чутким руководством Романа теперь занимается спортом на Сейшелах, давится гречкой и яйцами, мечтая стать фитоняшкой. Друзья, пожалуйста, оцените это видео. Поставьте лайк или дизлайк. Ольга Жарикова утверждает, что Илья Ебаров с ней флиртует и засматривается на ее пятую точку. Алена Савкина не считает Жарикову соперницей и готова закрыть глаза на флирт Ильи, лишь бы за рамки не выходил. Несмотря на то, что семья Дмитриенко ушли с проекта, это не мешает им продолжать появляться на телестройке. Беременная Рапунцель сидит дома, а вот супруг ездит на поляну. Зрители возмущены, почему муж продолжает посещать реалити-шоу. Сегодня сама Рапунцель пояснила сложившуюся ситуацию. Оказывается, Дима просто работает на проекте участником, а на ночь возвращается к ней домой. В свое время также делал Валера Блюменкранц, который таким образом пополнял семейный бюджет. Вчера на шоу «Остров любви» Арай Чебанян расстался с Сашей Шевой из-за ее развязного поведения. После ссоры с Лизой Триандафилиди Леша Чайчет захотел отправиться в Москву, но Лиза против, ей уже понравилось на острове. Валерия Фрост открыла комиссионку под названием «Комиссионка от Леры Фрост». Вчера первые покупатели уже получили свои вещички. Интересно, Саша Артемова в курсе, что у нее позаимствовали ее идею? Почту кастинга «Дома-2» взломали, и Надежда Ермакова просит всех, кому пришло письмо с требованием вознаграждения за помощь с прохождением кастинга на телепроект, не обращать внимания. Кастинги на «Дом-2» абсолютно бесплатные. Сегодня на ток-шоу «Остров любви» ведущие сообщили, что установят новые правила для участников за агрессивное поведение. Ольга Орлова напомнила, что на острове нужно строить любовь, а не заниматься развратом и устраивать бои без правил. Влад Кадони озвучил меры наказания за драки. Первое предупреждение – исправительные работы на 3 дня. На острове это убирать кухню и мыть посуду за всеми, а на поляне чистить снег, а также мыть посуду за всеми. Второе предупреждение – исправительные работы уже 7 дней. В третий раз виновника сразу выгонят с проекта. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.